ТВХП представляет. Так, Хэллоуин ачивочка. Ну, давай посмотрим, что можем сделать. Надо же, я даже пароль вспомнил. Я не знаю, за кого играть. Пироман, стрелок, пират. А что кочевник делает? Что такое? Дарует шанс при базовой атаке сотворить столпы света, которые поражают случайных ближайших врагов. Ветер песок странник имеет шанс при базовой атаке выпустить малый торнадо, который наносит врагам урон. Ага. Какие-то стихийные у него обилы. Погребение под песками увеличит область поражения, частоту нанесения урона. Да, солнечный луч сотворяет испепеляющий луч. При сотворении получается складывающий баф, увеличивающий урон солнечного луча. Шо? Шпакада? Мне вообще за некроманта нравилось играть, потому что он выбивает, создает себе приспешников, и с приспешниками играть как бы весело, они сами бегают и убивают. Наверное, я так и сделаю. Можно мне создать персонажа опять 2 хп? И ты мне не напишешь, что у меня есть персонаж 2 хп? А, у меня все персонажи 2 хп. Я не отличаюсь оригинальностью. А где он? Да я что, кочевника создал, что ли? Ты серьёзно, что ли? О! Я же на некроманта не жмакнул. Ну-ка, дай ко мне. А, вот, некромант. Да, у него там какие-то веселые вилки, имеющие шанс при базаке спустить еда. Да, да, что-то весело. Погнали. Так. Вот. Играть. Все. Я, наверное, в свою буду играть там. 1, 2, 3, 4, 5. Кто хочет, заходите. Обычный уровень сложности. Другие недоступны. Я, к сожалению, не так часто в нее захожу, чтобы мне позволяли. Так, вы можете атаковать. Так, это обучалка, давай я быстренько ее пройду. Сейчас я только вспомню, как играть, потому что даже давно это было. Как минимум год назад я записал первый ролик по этой игре. Возможно, больше, возможно. Так, правую кнопку мыши ничего не делает. На левую мы стреляем. Где мои биллы? А что такое? А что такое? Возьми кружок. Блин, прибежать нельзя, одолеть нельзя. А что такое? А как я карту? Выключи! Выключи карту, она мне мешает. Подождите. Тихо, подожди. Карту выключи. Выключи нахер карту. Как я ее включил? Что я нажал? Да ладно! На колесико мыши? Ну, то есть, М3. Вот это дичара. Ладно, я тебя понял. А чё бочки не взрываются? Так, а можно я уже что-нибудь вкачаю? Это мои вещи. Где мои абилы? На Т. Выбрать яд. Имеет шанс прибавить. А, ну ладно, она пассивка, в принципе, норм. Пассивка меня устраивает. Давай. У нас будет шанс. Ух, нихера себе. Нормально так. Нормально так. Нормально. Меня устраивает. Хорошо. Ядовитое облако, это прям классно. Настройте свои способности, нажав кнопку Т. Ну вот, как раз, собственно говоря, я и без тебя разобрался. Так, погнали, давайте быстренько пройдем обучение. И пойдем... Вообще, есть ачивка на Хэллоуин. Она, правда, старая. Я посмотрю, если мне ее дадут, то я ее постараюсь выполнить. Если не дадут, то уж извиняйте. Я там почитал, нашел. Вот, она не этого Хэллоуина. Я, кстати, записываю видос в Хэллоуин. Тебя поздравляю. Это, правда, не наш совсем праздник. Но народ все равно любит его отмечать. Откройте свой инвентарь, нажав кнопку С. Это я понял. Снять, закрыть, наемник. А что наемник? А кто такой наемник? Непонятно. Слизни. Слайм-ранчер. Можно перепрыгивать. Да, это я понял. А вот это что такое? А можно я туда попаду? Как-нибудь перепрыгну? Не, мне кажется, я упаду. Ладно. Может, здесь можно пройти?
Ну камон, там что-то такое интересное. Элитный слизень. Так, а где мой левел? Вот он под персонажем. Вижу, вижу, вижу. Ух ты. Это какой-то серьезный мужик. Мужик, мужик, подожди, подожди, подожди. Кираса. Стальная броня серебряного ожерелья. Окей. А. Так, тут очень тоже много будет падать, наверное, всякого шлака. Им нужно как-то вообще-то настроить... А, все, ладно, ладно, я все буду подбирать потом. Потом это все дело рассортирую. Здорово, чуваки. Задание завершено. Это я молодец. Сейчас я в городе посмотрю. Возможно, мне его в городе дадут. Там должно быть что-нибудь. Опа, левел ап. Либо какой-нибудь чувак с тыквой, либо сама тыква, либо что-нибудь с тематикой Хэллоуина. Я поищу повнимательней. Нормально, кстати, отравляет так, с хорошим шансом. Это учитывая то, что на однерочку только. Ай, ай, мимик, ни хрена себе. Хрена, Dark Souls. О, а чё ты мне их не подсвечиваешь? А, магический клинок. Не, подожди. А где все остальное? А, оно все здесь, да? А если я хочу взять вот что-то, что-то вот одно, типа вот, коралловый талисман хочу взять, все остальное не хочу брать. Ладно, придется. Так, а мне можно, кстати, качнуть, а это что такое? Плюется ядовитой жидкостью, которая отравляет врагов и снижает их сопротивление к яду. Снижает сопротивление к яду. Соответственно, я буду... А это что такое? Какая-то непристойная картинка. Призывает приспешников армии мертвецов. Вот, хочу приспешников. Все, огонь. Где мои билки? Вот, на один. На. На. Так, я понимаю, с каждым... А, нет. Я думаю, с каждым прокачиванием у меня будет плюс один приспешник, а у меня как бы... Уже их три. Так, давай смотреть. Мэр города... Ему надо сдать квесту, наверное. Завершить задание, да. Город все удобнее, а то было все что-то на английском. Взять задание, давай, я возьму задание. Еще есть задание? До свидания. Так, у тебя можно FPS мерить. Вот это я не знаю, что такое. Вот, тыква, тыква, тыква. Еее, бэйби. Так, кошелек или жизнь? Вы должны собрать много конфет. Много. А взять задание. Насколько я читал, насколько я помню, 100 конфет нужно собрать, и это все нужно собрать в первой главе. Поговорить. А, ну не надо со всеми поговорить, давай, это тоже квест. Выполню. А, не, вот с этими надо говорить. Так, говорить. Говорить. Поговори со мной. Поговори со мной. Окей. С кем еще надо? Доктор Тинкер. Он где-то в начале был. Ух ты, флаконы. Вон он стоит. У, спрятался, зараза. Думаете, не найду? Хорошо, поговорить с Турстейн. Турстейн, это ты. Все, пойдем сейчас выполнять квест. Хэллоуинский Верос. Надо поговорить? Нет, Войвган какой-то. Вот с тобой, наверное. А кто такой Войвган? А сколько у меня ДПСа? А то надо сначала нажать. Сейчас, подожди, дай. Дай, хватит бить его. Подождите. Йогван. Где этот хренов Йогван? Здесь больше нету никого. Алло. Может, я что-то не знаю. Верос. А, вот он. Все. А ты что делаешь? А, руда. Руда. Давай, давай, давай. Не-не-не, давай, давай, давай. Руда — это хорошее задание. Все. Так, нам нужно сдать задание, то, что мы поговорили со всеми. Меру города.
Да. Там что-то там дали. Хорошо, 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 хорошо. И все, я сейчас сконцентрируюсь, наверное, на собирании конфет. Давайте пойду померю ФПС-ку. Проверь количество урона в секунду, давай. 5, 4, 3, 2, 1. Вливаем, вливаем, еще надо. Что-нибудь еще надо. Но у меня больше нет никаких кобелок. Интересно, сколько будет. 144. Ну, нормалды, в принципе, для второго уровня-то. Я думаю, неплохо. Все, погнали. Больше никакие квесты брать не буду. У меня помимо конфет еще есть смерть смущенно. Во время боя бросайте куриную маску в мрачного жнеца, убейте его. Чего? Ладно. Кофе в зернах и медная руда. Погнали. Погнали. А? Или мне надо вручную туда уйти? Ну, ладно, пошли. Мне не жалко. Сколько я могу делать их всего? Что-то здесь не написано. Что-то вообще не написано. Ладно. Мы сейчас протестим. Но это, наверное, окраины. Это, наверное, не то. Ну ладно, давайте здесь походим. Так, знаешь, что хочу? Чтобы подсвечивались у меня показать название предмет. Вот. Чтобы они... вертикальная синхронизация, конечно, включить. Ты что? Почему нельзя включить? Наверное, нужно будет из игры выходить. Ну ладно. Поиграем пока без нее. Кофейные зерна. Вот. Жбуньк. Чё так темно? Вообще, во, конфеты, 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 конфеты. Ай, конфеты, конфеты. Это конфеты? Где? 5 конфет из 100 собран. Все, все, все. Ой, что-то много тут. Это мое. Это мои. Золото, золото. Хорошо. Ключ. Очень давно не играл. Очень все как-то непривычно, но... Я помню, я прям обожал эту игру. Она прям классная. Так, берем все. А, не надо. Катана. Кстати, надо было еще постоять, посмотреть, какое-то оружие там поменять, потому что я и так даже на обучение уже что-то много подобрал. У меня, кстати, левелап, надо качнуть сейчас. Кто-нибудь видит конфеты? Я не вижу. А это что? Проклятие... Короче, я, наверное, все вкачаю. Это будет моя супер тупая стратегия. У меня будет все прокачано, но понемножку. Зачем я сюда пошел? Я не хотел. Нет, давай сначала сверху походим. Я тогда зачищу всю карту. О, конфетки, 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 конфетки. 100 монстров убито. Ай. Ты издевайся, что ли? Слушай, не было такого... такой механики добычи, ладно. Сконцентрируемся пока на конфетах. Так, сколько у нас? 17 из 100. И это только на самом деле первое задание. Шпуньк, нужен ключ. Оп-оп. А почему карты нет? Вот карта. Блин, очень классная игра. Чё я в нее не играю? Не знаю. Ну вы залайкайте видос, чтобы я, блин, чаще в нее заходил. Ну, правда. Ну ё-моё. Она же как крутая. Не залайкайте, буду просто в нее сидеть. Задрать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что такое? Кто меня так дамажит-то? Не залайкайте, буду просто в нее сидеть и играть. Тихую. В одну харю. Ха. О, сколько конфет. Ай, пустите меня, ну.
Они же не исчезают? Наверное, нет. Так, а у меня активный предмет. Чё? Чё он делает? Это какая-то... Какой-то поушен. О, конфета, вижу конфету. Шо, 60 из... 100. 60 из... Так, куда мне идти? Так больше видно, куда надо идти, но вообще неудобно. Она мне, допустим, мешает. Не знаю, как вам. Ух ты, какая-то штука сильная. Не очень. Мог бы быть и посильнее, в самом деле. Так, ключ я не нашел. Там лежал какой-то сундук. А я что вкачал еще? Последнее я забыл. Я вкачал... Проклятые руки вылезают из земли, владыки мертвецов и их приспешников наносят урон врагам и замедляют их. Что-то не видел рук, если честно. Но здесь все так ярко-пестро, что их не так сложно не заметить. О, конфета. Да, удобно за некроманта играть. Прокачай своих приспешников и все. Ты бегаешь, собираешь конфеты твои. Твои чувачки дерутся за тебя. Пояс монаха, нет, это не нужно. Бляха-муха, ключа нету. Дайте ключ, где ключ-то? А, во, руку видел. Видел руку. Но она... Они как-то на рандоме вылезают, вон, видите? А, нет, они вокруг приспешника вылезают. Что ты мне сразу не сказал? Хорошо. Так, медь, нет, я пока не буду. А, вот туда можно сходить. Это что? Ты кто? Ты кто такой? Почему ты живой? Ух ты. Нахера себе. Забилось, да? И уровень можно прокачать. Так, уровень я вкачаю. И давай-ка я посмотрю, что здесь можно сделать, что здесь можно поменять. И вообще вспомню, как это делается. Вот. Типа 60. 60. А если я одеваю вот эту штуку, то у меня 85. Все, я понял. Я разобрался. Все хорошо. Так, теперь вот это... Это эквивалента нету. Эквивалента нету. Шапка есть вот одна какая-то такая. Все, я понял. Сверху, короче, самый сильный предмет. А вот это надо выбирать. Типа, ага. Плюс, плюс, плюс. А здесь снижает урон. А мне что надо? Маны в секунду. Наверное, ману оставлю. Вот. Все, собственно говоря. Штормовый кен... А чё, что случилось? Я что-то подобрал? А, это я уровень завершил, походу. А что-то круче? Да? Да? То есть ты хочешь сказать, что вот я 120? Нихера себе. Ладно. Так, уровня нету? Уровня нету, все по одному вкачано. Я тебя понял. Все, 84 конфеты. Пойдем туда. Там, наверное, здесь я вроде все зачистил. Да, вот здесь есть какой-то портал. И здесь есть какой-то портал. А что за портал? Ну, куда-ка я? Поле битвы. Не, пойдем сначала в подземелье. Крысиное логово. Первый уровень. Погнали. Здесь, наверное, будут одни крысы. Но меня интересует... А зачем рук? А чья это молния? Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, подожди. У меня не так уж много... Боевая бензопила, мне не нужно. А, у меня жабилка есть, смотри. Откат, кстати, маленький. Ну, кстати, быстрый. Так, чуть мне не нравится, что мне конфеты не дают. Как бы это, дайте конфеты. Конфеты мне дайте. А что она не взорвалась? Стальные когти. Здравствуйте. Хотя они мне не нужны. Ну да ладно. Я потом продам. Блин, ну если тут не буду давать конфет, то нахрена я сюда, собственно, зашел вообще. Ой, ой, что творится вообще? А, вот какая-то трость. Возьми трость.
Рубины, все остальное не надо. Куча сундуков. Может, мне дадите ключик? Шлем Мстителя. А, какая-то крутая трость. Колбалда. Нет, колбалда. Возьми колбалда, ладно. А мне казалось, я бочки могу взрывать, нет? Наверное, мне казалось. Бывает. Так, золотишко. Нет, не дают здесь ни хрена. А, книга заклинаний. Балалайка. Соло на балалайке. Что ты делаешь? А, где это посмотреть? Где мой балаландель? Ну как посмотреть, что она делает? Ну ладно, я могу, конечно, прожать ее и типа... Соло на балалайке. Я к тому, что я по фану хотел назвать ее типа балалайка, ну да. Она, оказывается, так и называется. Так, круглый щит. Собака не дает конфет. Ладно, я тогда пробегу быстренько. До босса. Убью босса. Здесь же есть босс, я правильно понимаю? Магический клинок пушка. А, пушка. Пулемет Гатлинга, ни хрена себе. Золотишко. Я не знаю, мешает вам название... Мешают. Ли вам название или нет. Мне они немножко мешают, но... Без них сложно отслеживать предметы, которые я подбираю. Ну, типа, может реально что-то выпасть такое крутое. А я без названия этого просто не увижу и пропущу. Я же могу. Я профессионал в пропускании важных вещей. Так, что там творится? Я в этом не участвую. Не, я здесь пытаюсь. Вот крыс убиваю. Шокирующий. Так, слышишь, шокирующий. Медное ожерелье. Вот, видишь? Ну, я вижу, конечно, здесь валяется всяких ништяков много. Пацаны, вообще ребята без меня работают. Так, ну давай попробуем выключить. Ладно, подожди. Вот. Я, в принципе, вижу, что... Вот, ключ. Что валяется. Ага. Ну ладно, давайте без названия. Лады. Лады, уговорили. Ладно, все, хватит, хватит. И золото видно, все видно. Просто не так... Очевидно. Боевой гладиус. Надо сейчас чекануть. Возможно, я уже... что-то могу крутое себе поставить. Ну-ка дай. Ну да. Ну да, ты как хотел. Я вот это не понимаю, что такое. Я нажимаю Tab. Tab это... То ли второй сет, который у меня будет. Сколько у меня там дамага уже? В смысле 102? Подожди, у меня было больше. В смысле 102? Вот, 167. Не надо мне тут. Так, и все, да? Без карты бегаю. Да. Окей, погнали. Там что-то было. А, нефритовая подвеска. Нефритовую подвеску возьми. Все, окей, погнали. Дек! Не было тут ни хрена. Ну тогда я пойду дальше. Поле битвы, наверное, не пойду. Или пойти. Не знаю, если честно. Сейчас подумаю. Есть ключ у меня? О! Сразу мимик опять. Ух ты, это что такое? Труба Марио. Что она делает? Ух ты! Мне там еще конфеты. Перепали откуда? Я не понял откуда. Но перепали. Отравленное копье, отравляющее касание. Это я подобрал? Трость. Сейчас еще больше должно быть урона. Чё-то нет. Ладно.
А, вот, надо было к боссу подойти. Так, король Корга. Это есть порода такая, Корга. А, убить мини-босса. Дай конфет, лучше бы конфет дал, ну. Так, много ништячков и... Все, больше ничего не выпало же. Ну да. И все? А что мне не дали портала? Не понял. О, конфетки. Здесь еще есть какой-то мини-босс? Ну-ка дай карту. Или нужно во все порталы сходить? Ну да. О, конфета. Дай пройду, конфета там. 94. 90. Это что? Москотики, нет, это не нужно. А, вот, активировать врата можно, но... Но я хочу уже собрать еще 6 конфет. Я просто не уверен, что на следующих уровнях они будут. Поэтому сейчас я немножко еще побегаю. Ну, труба Марио тпшит меня вперед, в принципе, норм. О, конфетка была. Я же говорю, есть конфета. Почему ты эти бочки не ломаешь? Так, я включил назад показывание предметов, чтобы я видел конфеты, потому что без них я что-то конфет не... Пойдемте на поле боя, может мне там дадут еще. Мне осталось всего 5 конфеток, имейте совесть. Я пока не понял, с кого они... Во, точно дают, все, ну все тогда, ну все, крутяк. Тогда без проблем. Так, выполнить достижение убить 400 монстров. И, собственно говоря, конфеты тоже можно идти сдавать. Ну, давайте я уже здесь зачищу. Ну или не я. На самом деле, по-хорошему было бы пройти типа лигу, а чтобы получить доступ к тяжелым уровням сложности. А то я пока на самом легком, я тут такой бегаю, крутой, всех разношу. А на самом деле тут можно на самом деле пригорать. Я 2 раза спал на самом деле. Может быть, не знаю. Чего я карту опять выключил. Короче, все. Все, давай, я пошел. Город Гноя. И Гноя. Потерянный череп я нашел. Рубинов мне 9. Вот, собственно говоря, тыковка. Тыковка, привет. Завершение задания. Давай. Следующее задание я не успел прочитать. Кофе в зернах это не то. Тыква. А, вот. Вот следующее задание. Найдите конфеты яблоки. В каждом акте. Первый акт, второй акт, третий акт, четвертый акт. Нужно найти по яблоку в акте. Ух, нихера себе. По яблоку в акте. Ну, ладно, что там мне еще? Кофе в зернах, держи. О, ништячки. Так, давай оденемся. Ну-ка. А почему я не могу одеть? Потому что... А, потому что уровень 9. Ух, нихера себе. А я какой? А я 7-й. Так, это что, пояс? У меня есть получше. Определенно. И сундук. Это то, что у меня есть. Так, ну окей. Пока тогда все на этом. Потихоньку будем выполнять ачивку этого, как он? Хэллоуина. Я думаю, за весь Хэллоуин мы ее сделаем. Так что пойдемте померяем FPS еще. Чтобы свою... А что еще можно блокировать получение опыта? Нанять наемника. А, можно нанимать наемника, диктировать наемника. До свидания. До свидания. Давай, 3, 4, 3, 2, 1. Херачим! Вот это я сейчас волью. Вот это сейчас будет круто. Ну-ка, давай. Покажи мне. 511. Ну, норм. Так, ну все, короче... Тогда увидимся в следующей серии.
Пойдем забирать яблоки пактом. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. И до встречи в следующих видео. Счастливо!